В Марракеше начались работы по восстановлению кварталов, пострадавших в результате разрушительного землетрясения. Первыми отреставрируют туристические объекты, которым был нанесен наибольший урон. Землетрясение магнитудой 6,8 унесло жизни почти 3000 человек по всей стране. В столице разрушился ряд знаковых достопримечательностей. Многие из них находились под охраной ЮНЕСКО. Министерство культуры взяло на себя обязательство полностью восстановить архитектурные памятники. По данным властей, реставрация может занять почти 6 лет. Самая большая задача – найти правильный баланс сохранения наследия с использованием современных технологий. В этом процессе необходима осторожность. Мы должны сохранить дух здания, но при этом учитывать безопасность.